Ну, немножко придется переслушать. Только сейчас дошло до меня. Сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет, только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Que frío. ¿Te has bebido el bar entero? Курить будешь? Сити мастетрика. Эй, а я Альгинаи? Что-то он там не торопится. Провалился. Слушай, может, сходишь посмотришь, что с ним? Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Помогли, нечего сказать. Голос Леона мне очень нравится.
Ну, Резик тянет однозначно на игру года 2023. Есть кто? Тимовый медальон. Судно гимн грядет. Ладно. Хаста эльфин, ветромосо. Так, хаста эльфин, вифтремос контиго. Но темеромос. Анучки, у нас есть, которые знают испанский? Чё я, блядь, только что прочитал? Дата консюмера на ла что-то там, атос что-то там, нос оф. Капканчики. Простите, что я без спроса. Буско он полисе. Бино аки. Фу, ну и вонь. Провелиги, ну и Тарас, комбина Анте, Эсте, Дели, что-то там, Сретенде, Дурнус, блядь, господи.
Не могли ж... Если ты писать полностью имя, ой, блин, имя, так, на испанском, то хотя бы, блин, разборчиво. Вау, культисты тут распаясались. А, на вот битарской, кстати, вот такие вот, я считаю, тотемчики нужны для комитета разрухи. Или как он у нас там обзывается. Что там у тебя? Да что за херня? Что это? Да какого хера? Так, как этих пидорасов убивать? Меня вообще слышно? Алло. Иди должно. Национальная полиция, офицер Марио Фернандес Кастаньо. Так, мы отсюда вышли. Блять, сколько в них нужно попадать? Голову. Ах, пидорасина, еще топоры. Кидает. И у меня патроны кончились.
Нас заперли, питеры. Ладно. Давайте, может, тут есть выход. Зеленая трава. Ладно. Ой, твою мать. Может, патрон где-нибудь есть, а? Прекрасно слышно. Ну, ладно, раз меня прекрасно слышно, то видно ли вообще? Ну, я имею в виду, смотрите ли вы меня, мальчики? Разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Блять. Не смею задерживать. А, хорошо. Блин, непривычно, что на Е приседать. Обычно приседать на Ctrl. Хорошо слышно, качество заебись. Ну, ладно. О, патроны, аллилуйя. Мы тут не сдохнем без патронов. Главное, нужно понять, сколько нужно патронов садить, чтобы убить одного пидораса. Медленно ползучего. Я так понял, 4 в голову. А чтоб наверняка сколько надо. Новый кейс. Новое украшение. Печатная машинка. Прикольно. О, дробовик. Нам нужен дробовик. Так. СГ-09. Специально изготовленный. А для Леона он выглядит как обычный мап, но каждый модуль был подобран вручную, обработан на санке для улучшения боевых качеств. Ладно. Страж дети. Модифицированный пистолет для борьбы с биотеррористами. Универсальная высокая точность стрельбы делает его надежным решением. Ладно. Дробовик.
О, тут можно поворачивать. Прикольно, очень прикольно. Кстати, там где-то был... видел мемасик по расположению вещей в кейсе. Что как-то они это... Подай лучшему эту, порядку. Так, дробовик под названием головолом. Дробовик с укороченным прикладом и обрезанным стволом. Компактные размеры позволяют легко управляться с этим удобным оружием. Ну, короче, короткоствол. Так, кейс. Вау. Классический кейс, золотой кейс, серебряный кейс. Так, классический кейс. Повышает вероятность найти порох. Золотой кейс повышает вероятность найти песеты. И серебряный кейс, вероятность найти патрон для пистолета. Ага, у нас серебряный. Давайте серебряный носить. Нам патроны всегда нужны. Так. Двери зарядились. Ну, попробуем. Так, страт буквально на каждого врага такая. Один выстрел в голову, подбегание и сбивание с ноги, нажатием на QTE. Удар с ноги работает как АОЕ с обет остальных бонусов. Всем обязательно подбегаешь к лежачим, начинаешь их ножом закликивать. Ладно. Как, кстати, переключиться на нож? Почему сидя везде прицелился, а? А вот. Ну и... Я их слышу, но не вижу. А, еще патроны. Ворон птиц гнезд падают резко. Что, то есть воронов тоже надо убивать? Ну, ну я же нормальный человек, я же ворон не убиваю просто так. Песеты. Вот же спидер. Все. А пока убьет, видите, жалко себе. А, блядь.
Ой, ёбады ты в рот. О, какая красота. Вы погибли. Ну ладно. Ну, зато мы имеем представление, что творится. А если я буду сейчас погибать? Так. Угу. Мы отсюда вышли. Вот странно, что среди руин стоит, блин, пишущая машинка. Интересно, тут есть винтовка снайперская? Пидор. Зато сразу зарезали. Прикольно. Накью. Поворот. Давай граната. Красная трава. А, анончики, а какая трава нас лечит? Или тут нужно жрать антибиотики? И их найти перед этим. Чё, блядь, упало? Охренеть.
Карасы. Как их всех перебить? Блять, поёжишь? Убили. Так, тебе лучше собирать и комбинировать одну зеленую, одну желтую, одну красную траву. Это тебе увеличит шкал здоровья. Лечит зеленая трава, два вида яиц и баллончик. Ладно. И гадюка. Ладно. Оу, пидоры, обошли. Ёбаный в рот! Дайте мне пиццу-пилу, пидоры! Очень крутой дробовик, ладно. Брат,
Пидор, 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 пидор! Пидор, пидор, пидор! Так, сначала, мне кажется, нужно перебить всех, кто с оружием. В первую очередь, бабулек. Вот же шпидоры, сука! Ага, то есть если подойти сюда, то прибежит еще чувак с бензопилой. Господи, как мне это весело. Долгнуть. Кстати, вариант. Можно еще. Я, похоже, несколько раз тут сдохну. Прежде чем пойму, как их лучше всех перебить. Ёп! Всё, пизда. Это злые бабушки. Так, если к этому ходу, то не пробегут. Ага. Нет, пробежал. А, пидор, 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 пидор. Все, убили. Блин, были бы... патроны на дробовик. Я лучше дробовиком бы пользовался.
Чего тут нельзя вот стрелить, блин, на замок? Ну что ж. Можно шпидерство? Ага. А мы можем создать этот, блин? Патрон для дробовика, блин, не хватает, жалко. Очень жалко. Бля, а как чинить сраный нож? Убили. Скажите, анончики, как чинить сраный ножик? Они все похожи на одно лицо, эти спарты.
все, пизда. Ножику. Как его починить? Как? Бабуля, уйди нахрен. И ты тоже. Интересно, вот на сталкер, но я не понимаю, ты не нашел до сих пор ни одного артефакта. А мальчик, ну представляешь, я в сталкере играл только в чистое небо, и то я дальше первой локации не прошел. Как первый, за это, блин, за лагерем. Выхожу, блядь, что-то, блядь, убивает, добежать до конца не успеваю. И хуя, я сдох. Охуительно, блин. А чё он, пидор, вылетает? Ходи к Сидорычу, купи нормальную броню, что ли. Ну, я еще до места Сидорыча не дошел. Я, мне кажется, должен зачистить деревья, а уже потом появится Сидорыч. Так. Что ж. Что, обнаружили, что ли? Ну-ка. Попробуем. А, блядь, не зайти. В каком-то двухэтажке должен быть. Так. Говорят, что в какой-то двухэтажке должен быть. Вот ты откуда, блядь, взялся, пидор? Да сколько вас вообще? Никаких атак на меня с лопатой. С граблями тоже. Я вам ведьмак, пидоры. А
судя по тому, какие тут зомби, с кровососом вообще лучше не встречаться. Мне кажется, тут кровососов нету. Не похожи они на зомби, скорее сельские алкаши. Через окна тоже перемещение есть. Да блять, сука. Похоже на сельские алкаши. Мне кажется, они просто это... Ну, не заражены вирусом, они просто это... Накурились и напились. Чё-то ненужного. Прикольно. Лазить через окно. Так, я вроде тут окапывался. Предыдущий. Под дыхание. Так, эти сейчас пидорас меня увидят. Нахуй пошел. Нахуй пошла. Так, двухэтажный соседний дом, всем, которых я убил, под стороны центра улицы. На место пошли пидоры. Куда это они все? В кино, что ли? Resident Evil 4. Так. Кондор 1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. А ночик, ты, наверное, про вот эту говорил? Вот это здание. Идите к озеру. Я всех не убил, пидоры.
О! Нужно окно забаррикадировать, прикольно. Интересный сталкер. Класс. Что-то там мне подсказывает, что это ручная граната. О. Давайте загружимся. Теперь мы все поняли. Вот они даже разговаривают. Это же просто деревенские мужики и бабы. Видишь, время сенокос настало, они сразу все ломанулись. Ну, не время сенокос, а время... А время это, молитвы. На сенокос в церковь не ходит. Когда колокольчик звенит. А вот на молитву, да. Ну, ладно, убил я вашего ворона. Порох. Ну, ладно. Где второй? Скажите, анучки, когда Сидорыч придет? А, блин, я ж не забрал это из рюкзака все. Так, у нас пока оборудования нету. Какое оборудование? Так, ну поехали. Забыл. Насколько помню, тут, если на высокую сложность проходишь, то у тебя становятся бесконечные патроны и этот не этот, блядь, как его, ножичек становится бессмертным, ну как бессмертным, не ломается. Так. Попиздовали сразу же. Прирежем одну из бабок.
И залезем вот в вот этот двухэтажный дом. Ибо нехрен. Так, где этот двухэтажный? Нет, это двухэтажный дом. Ибо нехуй. Охренеть, в шкафу, пидор. О, патрон дробовика, нормально. Чё, с курицы чё не падает? Даже мяс. Тут же можно в окно пролезть. Ну что ж. Ах ты, пидор. Ладно. Так. Мне, конечно, можно кинуть эту шумовуху тогда. Вот, чтобы вот, блядь, проникнуть в соседний дом. Ебать. Это что, шутка-то? Мне прям везет. О, класс. Thank you.
Бля, я согнал тебя в угол. Вы погибли. Может быть, кстати, вы погибили. Ведь так Зубер-то славит. Ладно. Блин, в прошлый раз лучше выпало. Попробуй залезть. Блять. Все, мы погибели снова. Кошка, ну ты чё ты внимание блядствуешь, а?
Так, там же на втором этаже есть еще одно окно, ладно. Пизду к нам, бабулечка, я тебя сейчас прирежу. Попкорец. Забег. Мне прям везет. О, класс. Ой-ой. Вот, спасибо, анучи. Теперь мы прыгнули. Иди нахрен сюда, вкуси! Кусынца, пидор! Опа! Ебать! Пизда коровки. Интерес, я убью? Нет, меня убьет первее его, ну ладно. Клади траву на траву, Куарис. А все смешал с двумя блонских. Да.
Сейчас, одуточки, я свое внимание, блядь, открою одеялку. Она хочет в одеялку залезть. Сейчас, кошка. Сейчас. Мое внимание, блядь. Так. Так. Блин, нам не хватает. Могли бы сделать патроны для дробовика. Сейчас там должна бабулька вылезти. Убиваем ее. Лезем и... Попробуй залезть. Один есть. Ей, вы прибили того пидораса. А хрен там. Хрен там. Хрен там. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Опа. Не туда, не туда. Все, пиздец. Пиздец. Бежим! Блять, дождика нету! А? Так, запаррикадировались, зарядились. Бонжур, ёпта! Бонжур, ёпта! Бонжур! Пидорасы. Да вы издеваетесь. А? У меня с Гудгима не тормозит. Так, а почему так все тормозит у меня? На U3 у вас вообще не запускается. Ну не знаю, ночью. Если что, я сейчас веду запись на VS-ке. Так как на YouTube у нас по техническим причинам мы не можем на него транслировать. Я прохождение туда закину. Мое мнение, а тут где-то, наверное, 30 неписей. Где-то нужно половину проредить. Ну, мы точно больше 10 убили. Включая... Да, это они все. В кино, что? Так, блядь. Курочки, курочки. Кондор 1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен. Отбой. Ну, теперь лутаем, что не прибито. Так, а там тут что, нет, что ли? Есть, но мы туда не пролезем. Чему там? А, на это нужна Эшли. Ну ладно.
А запертую дверь сиренет можно же, чтобы открылась? Анончик, тут, похоже, нужно найти Эшли, чтобы она была твоим компаньоном, она туда заберется и откроет изнутри. Блять, опять мое длинное сообщение дошло из-за слова спидранер на русском. И тут пошло бежание начальника. Анночик, а зачем тебе спидранеры? Я не собираюсь тут по бырику проходить. Знаете, что, дочки, если бы это был 98-й год, но не Испания, а Рашка, я бы еще в это поверил. Вариант. Эй, травушка. Пиздец. Я себя ассоциирую с Леоном. Тут не он ебанулся, а я. Я, блядь, с такой высоты ебанулся, я точно тебе что-то сломал. Мою жопу дохуя занос. Ну, блядь, сука, повезло. Куда окон кожанки ходит? Так. Так, твою мать. Ура, яичко, мы дошли, яичко. Так. Тут Эшли нужна.
вроде бы все облутали, анончики. Тут этой нет, что ли? Сохранялки. Или печатной машинки. Или нам придется идти в нашу. Нет, ну это мы тут однозначно были. Закрыто. Дерство. Так. А, во, карта. Помните, карты. На стене, ладно. Наверное, в этом. Да, в закрытом. Но яичко мы все-таки сберем. Дверь с эмблемой. А, сокровище, дополнительная карта. Ладно. Опять бьет на колокольню. А, он дальше колокольню, ладно. Ура, мы теперь станем ювелирами. А вот и артефакты. Для хила использовали не траву вначале, а спрей. Ладно. А подождите, а спрей лечит? А, лечит. Ладно. Так, нам куды? Вау. Вау, блин. Наверное, туда, откуда вломился этот. Чувак с бензопилой. Так, здесь слева, надеюсь, в центре, надеюсь, справа. А, брелки тут даже есть. Интересный сталкер. Так, мы бабульку не сможем прирезать, да? Что такое, Леончик? Да пошел, мне нравится в этом битарце тебе.
Нормально, Чебетарск? Чё ты это негодуешь? Так. А вон и бабка. Блядь, где Сидорыч? Мне нужен Сидорыч. Мне нужно обналичить. Чё? Заперто. Заперто. Блять, в окно не залезем. Чего ты прыгать не можешь? Ой, ёпа, наоборот. Чё-то мне плохое предчувствие. А с коров в чё может падать, а? Анончик. Чё с коровочек? Опа. А нас растяжку поставили. Пип. Опять все мне чинить. Ну, давай, перелазивай. Пидор. Что это? Столкнуть бы. Бля, да ты тупой, Иван! Ты очень туп! Блядь, одно мне ножом в пищи не восстановилось. На твою же жопу, мать! Дайте мне парашу столкнуть. Thank you.
До свидания. До свидания. Иди нахрен. Где-то. Все? Я убил этого пидора. Блять. Лёва, ты очень туп. Ура, у нас есть эта точка. Да. Мы будем жить. Мы будем жить. У нас есть заточка. Мы будем жить. Блин, не выпрыгнем. И тут тоже. Я что-то лазил, тут никого не было. Откуда они зареспаунились, пидор? Так. Кто-нибудь ради всего святого, избавьтесь от сильных медальонов, которые повсюду стреляют проклятые фанатики. Как мне их уничтожить, скажите мне? Ничего, в них стрелять что ли надо? Патроны ради этого тратить? Ладно. Медальон. Ладно, уговорили. Только кто оставил нам такой подарочек? Это локация зачистить. Бля. Ну ладно, будем искать. Что, слева что ли? А, вот, увидел. Это в этом сарае должно быть. Или на его.
Блять, жалко, что мы туда не можем спрыгнуть. Там... Там ящичек должен быть сломан. В конце должна быть пропылесосина. А это что синенькое? А. Блин, мне кажется, Сидорыч будет нам потом открыт. Сюда зайти. Нет, закрыто, да ладно. Значит, потом туда попадем. Пить, блин, родник местный. Песы, песы. Сидорыч нужен, где зачем тратить? Ой-ёп. Да сколько вас вообще? Ах ты, пидор! Я все надеюсь забрал. Вроде бы да. Включи фонарик. Алло, где фонарик? Леон, включи фонарик. Ладно.
Сам подорвался на своей гранате. Я люблю такие сюрпризы. Пиздуйте ко мне, пиздуйте ко мне, пидоры. Где еще? Вот слышу только баб. Что это за хрустальный шар? Не туды. Тут где-то был дебил, который сам себя пропал. Ой-ой-ой. Ну что, наверху что ли? Здесь бог. Динамиты. А, наверное, тут. Откуда, блядь? Куда этот пидор кидает?
Откуда, блядь, кидает? Так, ханончики, у меня плохие новости. Мне придется закончить стрим. По техническим и личным причинам. Ко мне арендатор намылился. Питер, уёбок, мудак. Опять в него влез. Я умудрился. Так. Тени озера. Где ничего. Вроде все зачистил. Ну, мобов, к сожалению, не показывает, но показывает нам. Да нам эти сраные песы девать. Шли у меня и самки. Блин, анончик надо. К сожалению. Кто там? Кто там? Как залезть? Может, замок надо отстрелить? Да. Вот такой замок можно отстрелить. Еще растяжку поставили.
Похоже, мы нашли Эшли. Who is it? Что за шум? Да все. Да вы охренели оба. Так. Может сбегать к курочкам? Блин, включи свой фонарик. Эшли! А, нет, не Эшли. Больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Курение убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Хода! Только не он! Ты кто? А ну-ка стоять! О, блядь! Нас инфицировали амбрелкой. Так, сейчас результат тиглявый. Так, три смерти прошли, меткость 83.2. Ну, блядь, сколько я, блядь, времени провел в всяких, блядь, GTA-шках, хотя я в Counter-Strike, блядь. Ранение 19, ну, пока не без них, ладно. Сейчас, быстренько, я вернусь, вот прям сейчас. Так. Далее. Нас тут вакцинировал шмурдяком Ходдер. Жертвенный Агнец. Ты примешь нашу святую плоть. Все начнется сейчас. Какого
Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Серра. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй! Хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую сеньориту? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят сеньориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда. Общаться с тобой опасно. Эй, куда пошел? Пока, амиго. Черт, все спиздили. Да, пидор, все спиздили. Гнездо, это Кондор один. Я нашел орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор один. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор один, конец связи. Да ж топорик нельзя взять, а? Хотя я, кстати, от топорика бы не отказался, раз он еще метательный. Верните мои 12 000 песо. Так, мне не нравится этот, блин, косплей на Винтера, точнее, это дополнение с Дроу. О, мои вещи. А теперь нравится. А, вспомни, как он называется. Fortress of Underdark! Пейс. Парирование. Ладно. Ладно, блядь. Крыску съедобно? Можно крыску жрать? Хочу крыску сожрать. Иди сюда, крыса. Я тебя сожру. Я тебя сожру. Пять. Не, я, конечно, против крыс ничего не имею. Ладно, возьму пистолет потом.
Не туда. Теперь туда. А где интерфейс? Верните мне интерфейс. Это мое. Ну, пролази. Ну, пи... А. А. Ну ладно. Незнакомец, иди сюда. О, а вот Сидорыч. Кто это? Ну что, давай поторгуем, да? Привет. Молодец! Тебе можно довериться. Я обновил ассортимент, друг. Арбалет. Все, какой-то мушкет. Перед тобой. Прицел, кстати, прикольно. Если купить его... А у нас это получится. Винтовка, ну ладно. Лечебный спрей. Лечение кейса. Стрелы. Чем еще могу услужить? Починить ножик. 4000. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Пара-пара-па-па-па-пам. Анучки, подскажи, что тут творить с этим оружием, что улучшать в первую очередь? Так, эксклюзив. Итак, чем я могу тебе помочь? А чем мы можем продать?
Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Ясно. Я продаю много отличных товаров, чужак. Карта сокровищ, желтая трава, каратель. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Ясно. Приходи в любой время. Так. Я так понимаю, что нам что-то придется выкинуть или отложить. Ага. Так. Во. Отправить хранилище печатной машинки все, что не лежит в кейсе, ну ладно. Привет. Что покупаем? Борьба с родителями. Нужно перебить крыса. Так, три крыса убить. Нужно перебить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, разносят ли они какие-нибудь болезни, но лучше перестраховаться. Ладно, я согласна. Как хочешь, чужак. Как там продвигается поручение? И знаешь ли ты, что шпинель, который ты получаешь награду за выполнение поручения, можно менять на ценные вещи, которые никаким другим образом не добыть? У нас есть целая куча полезных предметов, но я советую в первую очередь взять карту сокровищ. На этих картах отмечены точки, где спрятаны самые ценные сокровища сектантов. Мы с ребятами много времени потратили, чтобы отыскать их. Так что эти карты — твой шанс разбогатеть. Конечно, чтобы раздобыть сокровища, тебе придется полазить по всяким опасным местам. Но тебя ведь это не пугает, верно? А, я теперь понял. Ладно. Привет. Скажи врагам баю-бай и уложи их спать прямым попаданием пули в голову издалека. Возьми и это тоже. Бесплатно. Ну, про артефакты я понял. Все твое. Чем еще могу услужить? Доброго пути. Привет. Привет. Любишь находить сокровища, да? Тогда тебе повезло. Интересный выбор. В хорошем смысле, конечно. Что, это все? Приходи в любое время. Thank you.
Прикольно. Мне все нравится. Ладно. Кстати, а как эти чертовы украшения? Нам изумрудика не хватает, чтоб мы его закончили. Ну, пойдем охотиться на крыс. О, я гляжу, ты выпил. Я знал, что ты поможешь. Что могу предложить? Ты только там не убейся. Так, сохранимся. Так, а с покупкой вещей тут в разных местах на разные оружие есть скидки есть. Надо знать, где что покупать. Ну или гайд какие-нибудь смотреть. Ну, гайды я пока не собираюсь смотреть. Ага, нет, сейчас вот так. И равно влезет.
лучшие товары. Ладно. Ну, куда-то вон туда. Или обратно идти. Ладно. Где я? Пизду куда? А, блядь. Готов. Прикольно. Мне интересно. А тут отдельный патрон нужно. Ладно. А мы можем их производить-то? Для винтовки нужно 10, ладно. А патроны ПП это что, для автомата что ли? Тут есть автомат? Так. Какое-то боевое поселение орков, как по мне. Ларадо! Все, опять, блядь, побежали они, пидоры. Ну, идите ко мне, я вас сейчас перестреляю. Не зэпца будет. Суки, пидоры, вы где есть? А, вот. Там, но я его голову не вижу. Пидор, выйди. Покажи свою головушку, уёбок. Готов. Вроде никого. Обожаю снайперскую винтовку. Ах ты, блядский. Мудила. Есть еще одна заточка. Ёб твою мать. Это что сейчас было?
Блять. Вот такие вы где есть? Что, блять, за спам? А ты откуда зареспавнился, пидор? Это таких, блять, по карам тилок уже не осталось. Из-за вас, мудачьё. Кто-то меня кидает, но я не вижу откуда. Так сколько тут, блин? Какого уровня сложности играю? На среднем. Анончик, я все на среднем предпочитаю делать. Как разработчики задумали. Ну, кроме тех пидорасов, которые предпочитают, чтобы игроки отдыхали на высоком. Ну, пиздуйте ко мне, пидоры. Ага. Некому пиздавать. Нет, я не... Так, пойдем купим у врача немножко хилки. Блять.
Задумали на максимально, чтобы на нем игра раскрылась именно как хор, а не шутан, в котором ты убиваешь, всех убиваешь, они должен бегаешь от точки до точки. А дочек растут они. Сраную. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Раз дали пушки, значит, привет, будем всех расстреливать. Итак, чем я могу тебе помочь? Хотя, насколько знаю, на высоком тут выпадение очень маленькое. Блин, на спрей не хватит, жалко. Тебе важнее день-то. Ну ладно, друг. Это мне не друг, приятель. Ты мне не приятель, кореш. Так. Где тут динамитные мальчики? О, блёх! Ой, ёбаный в рот! Блять, пороха не хватает.
Так, я эту сценку почему-то где-то видел. Кто-то ютубера. Нахуй пошел. Нахуй пошел. Блять, странных динамитных пидоров убить. Так. Ну, в принципе, анончики можем и закругляться. Хотя я бы с удовольствием бы заавтосейвился или... Или... Получается, нам нужно наверх. А, ну вот сюда. Что там? А, там. Значит, я, похоже, всех убил. Хе-х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 е.
3. Наверняка что-то понравится. Привет. Что могу предложить? Запасаешься, пока можешь? Разумно. Приходи в любое время. Так. Так, у меня давно что-то не было. Sunrider Mask of Arcadius прошел, я что-то не помню. Анончик. Короче, эта параша начала вылетать. Ой, очень серьезно баговать. И я психанул и доиграл уже со все время в этом. Supreme Commander, можешь посмотреть. Стримчик последний на Ютабе. Вот. Такие пироги. Ладно. Мне тут уже звонили. Что уже подходит? Так что спасибо за внимание. Я, к сожалению, сожалею, что все время, на которое записался, не отстримил. Вы меня уж простите. И простите то, что по техническим причинам не могу стримить на Ютаб. Радио Анонимус мы доставляем...